Где на Урале можно поесть форелевое мороженое, а копченую уху из форели со сливками, а зеленые блины с форелью и многое другое. Чтобы попробовать такую вкуснятину, а также посетить экскурсию и посмотреть на живую радужную форель, мы с мужем отправились на семейную ферму форель. И, спойлер, остались в полном восторге. Адрес вкусного места –